скоростную, я бы сказал. Мы просто противодействовали всей команде, а не скоростной, а отдельно Максим СК. Понимаете? Некоторые нюансы игры я не хочу раскрывать, но, в принципе, игра была очень сложной и принципиальной. Поэтому, ну, скажу так, что по организации игры я считаю, что мы превзошли Батум. Почему? В основном это за счет, ну, скажем, слаженных действий всех линий. А не какой-то скоростной, не скоростной защитник, центральный. Был другой вариант, третий, четвертый, пятый. Это всегда, ну, скажем, до игры все прорабатывается. А сколько побед у Батэ? Не скажете? Ну, я забыл, не слежу за этим. Сколько? И у Динамо Минск, посмотри. А у Динамо Минск? В принципе, мы за количество побед играли сегодня. Хотели 17-ю сделать. Поэтому вопрос. Ну, с желанием, наверное, победить. Вы заметили, что центральный защитник стал играть в атаке. Ну, там есть еще некоторые нюансы. Поэтому, наверное, можно было раньше, но не видел смысла. Матч-то длится не 75, 60 минут, 45. Он длится сколько? От свистка до свистка. Поэтому для меня не имеет значения. До этого вот меня молодой человек спрашивал, почему я заменил Девыскиба, а мне нужно было 15 секунд. А эта замена могла решить исход матча, если вы заметили. Или, может, я не прав. Ну, по-моему, да, если бы чуть-чуть Козлов там порешительнее сыграл, там пробил великолепно. Поэтому никак. Ну как, не забили. Ну, что? А как можно комментировать незабитый пенальти? Вот как бы вы прокомментировали? Я тоже никак. Ну, не забили. Продолжаем играть. Ну что? Это что, заканчивается матч. Ну, поэтому мы играли. Все равно играли. Будут еще вопросы? Всем большое спасибо за сезон. До свидания.